Что такое растущий светильник здоровья клад? Друзья, как вы знаете, каждому растению нужен свет. И света, как правило, много не бывает. А в домашних условиях света очень мало. Именно поэтому рассада вытягивается, а все домашние растения плохо растут и не цветут. Теперь есть решение этой проблемы. Растущий светильник здоровья клад. Растущие светильники здоровья клад оптимальны для домашнего применения. А знаете почему? Мы используем специальные фитосветодиоды. У нашего светильника уникальная запатентованная конструкция. Он прост в сборке и удобен в использовании. Давайте рассмотрим наш растущий светильник подробнее. Мы используем специальные фитосветодиоды. Посмотрите, это оптимальный спектр для растения. А так светит наш светильник. В нем максимум синего и красного, которые так нужны растениям. При этом обеспечивается полный спектр. А для нас светильник светит приятным бело-кремовым светом. А еще его можно использовать основным источником света для растений. Теперь вы можете вырастить здоровую крепкую рассаду даже в темной кладовке без окон. У нашего светильника уникальная запатентованная конструкция. Она обеспечивает удобную экспресс-регулировку высоты светильника. Вы спросите, зачем это нужно? Дело в том, что световой поток падает с квадратом расстояния. А по-простому, если светильник переместить от растения в два раза, то растение получит света на 400% меньше. Поэтому источник света должен быть максимально близок к растению. А так как растения постоянно растут, наш светильник растет вместе с ними, обеспечивая максимальное количество света для них. При этом растущий светильник практически не нагревается. Растущий светильник прост в сборке и удобен в использовании. Смотрите, основа светильника кладется на ровную горизонтальную поверхность. В основание вставляем опорную стойку. Вставляем электрический провод в сам светильник и крепим его к держателю для лампы с помощью защелкивания. Одеваем держатель на опорную стойку. Обратите внимание, как удобно регулировать высоту света. Также есть возможность поворота светильника вокруг своей оси. На светильнике есть выключатель, и вы можете регулировать время подсветки ваших растений. Давайте подведем итог. Приобретая растущий светильник «Здоровье клад», вы становитесь обладателем самых передовых технологий и исследований в области растениеводства. Это поможет вам вырастить здоровую и качественную рассаду, которая отблагодарит вас впоследствии экологически чистым урожаем. А цветы и экзотические растения будут радовать своей красотой и плодами. Желаем вам хороших урожаев с растущими светильниками «Здоровье клад». Подписывайтесь на наш канал.